Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В крупных российских городах начали тестировать тахографы с выходом в интернет. Их устанавливают на грузовики и автобусы. Таким образом, поведение водителей можно отслеживать онлайн, а также штрафовать их за допущенные нарушения. Но пока это в будущем. Лишь бы данные передавались корректно, говорят разработчики и контролирующие структуры. Трасса 101. Из-за коронавируса почти половина российских автомобилистов перестала садиться за руль. Результатами социологического исследования поделилось издание «За рулем». Что интересно, другая половина водителей, наоборот, стала чаще эксплуатировать авто. Около трети респондентов признались, что в последнее время стали чаще мыть машину, причем с дезинфекцией салона. Каждый десятый опрошенный автолюбитель заявил, что ничего в его жизни не изменилось. Трасса 101. Volkswagen запустит в России продажи еще одной модели – это лифтбэк «Арteon». Машина, известная в западноевропейских странах с 2017 года, будет стоить минимум 2 миллиона 639 тысяч рублей. В стандартное оснащение входят светодиодные фары и фонари, камера заднего вида, система удержания авто в занимаемой полосе, передний и задний парктроник, адаптивная подвеска, цифровая приборная панель и так далее. Мотор бензиновый, двухлитровый, 197. Сильный, который работает вместе с семиступенчатой коробкой ДСГ с двумя сцеплениями. Трасса 101. Какие легковушки чаще всего россияне покупают на вторичном рынке? Отечественные. Наибольшим спросом такие машины пользуются на родине «Лады» в Тольятти. На втором месте «Саратов», на третьем – «Ульяновск». Реже всего подержанные наши марки интересуют жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутска. Самой востребованной легковушкой с пробегом остается ВАЗ-2114. Трасса 101. Начало выпуска обновленного «Лада Ларгус» «АвтоВАЗ» запланировал на конец этого года. Как ожидается, автомобиль получит фары от «Renault Logan», но без светодиодных элементов. Другие передние крылья, передний бампер и капот, зеркала заднего вида от «Лада Веста» с подогревом, камеру заднего вида, передний и задний парктроник. Внутри изменений тоже немало. Например, это мультимедийный руль, как у X-Ray Cross, приборная панель, как у «Renault Duster». Во сколько будет обходиться этот конструктор, пока неизвестно. Сейчас модель стоит минимум 628 тысяч рублей без учета скидок. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.